Теперь фильм про то, как мы снимали фильм. Это наша съемочная группа. Это Татьяна Валерьевна. Ей доставляло удовольствие смотреть, как мы это делаем, а заодно она нас вдохновляла. И, наконец, начались съемки. Бац! Бац! Ну как делать-то? Вот так? Вот так? Что делать-то? Мы снимали выпадение из окна. Первый дубль. Второй дубль. Оказалось, что он падал не так уж и высоко. А вот и каскадер, который снимал с самых ответственных сцен. А это обрыв пленки. Отдельный анекдот – это то, как снимались сцены драк. Долгие размышления о том, что же делать. Ребята, ну давайте, я же жду вас. И выкатывается из кадра. Еще раз. Как это выглядело с другой точки съемки. Ну давайте, ребят, душите. Обратите внимание, что в этом эпизоде снимались три человека, а в фильм вошел эпизод с двумя. Поединки на самурайских мечах и лопатах. Периодически в кадр попадает шнур от осветителя. А вот так снимался эпизод в развалинах. В первом дубле энергичный обмен мнениями пошел не в том направлении, как это было в сценарии. Долго думал, потом ударил так, что упал не тот, кто должен. Любимое занятие главного героя после съемок – стирать халат. Вы видите его радость, когда он узнал о том, что это вновь придется делать. Съемки на свежем воздухе. Бригада выходит на съемочную площадку. В лучших традициях кинематографа каждый эпизод снимался не раз и в разные времена года. Примерно вот так эта сцена выглядит в фильме. А вот как это выглядело в первоначальном варианте. Но пока шли съемки, снег сошел, и пришлось часть фильма переснимать заново. Творческий момент. Как же нам снять этот эпизод? Все, начали. Нет, ребят, с вами каша не сварит. Ну, кажется, удалось уговорить актеров. И начинается съемка. Массовку собрать не удалось, но все-таки кое-что. Особенно интересен текст, который в этот момент говорит главный герой. Он звучал примерно так. Вот на доске граффити, который нарисовал Александр Геннадьевич. Что они означают, я не знаю.
Но тем не менее, мне надо что-то говорить, ну и так далее, и тому подобное, и так далее. Иногда приходилось работать в опасных положениях, с риском для жизни. А это автомобильные трюки, которые снимались под руководством Олега Юрьевича. Безжизненное тело неожиданно проявляет интерес к жизни. А это лично Сан Сеич пришел выдать ценные указания, где нам стоит снимать фильмы и где не стоит. Олег Юрьевич начинает действовать. Когда Олег Юрьевич увидел Косенка с ватником, он газанул от него не на шутку. Эпизод с выпадением. Один раз. Еще раз. А вообще вот это лучше. Интересно, почему ему его не вставили? А это негуманно обращается с Татьяной Валерьевной. Пришлось взять ее под свою защиту. А главное, опять придется стирать халат. Примерно так обрабатывалась пленка. А тем временем параллельно идет зачет по физике. Крутицкий вал. Почему он в этом фильме? Ну, по той простой причине, что именно здесь создавалась вся компьютерная графика для этих серий. Примерно так это делалось.